Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. На связи столичное управление МЧС. В студии Александр Попко. С начала года минские спасатели совершили 2404 выезда на пожары в столице, на которых погибли 27 человек. 53 человека спасены. Минск чрезвычайный. В понедельник около 2 часов ночи жильцы дома номер 160 по улице Убаревича сообщили о запахе дыма. Прибывшие огнеборцы установили, что в квартире на первом этаже горит имущество. Работники МЧС вынесли хозяйку квартиры, которая находилась в горящей комнате без сознания. После проведения реанимационных мероприятий бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее смерть. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В 18 часов того же дня пожарные расчеты мчались в гаражный кооператив по улице Железнодорожной. Прибывшие огнеборцы установили, что в одном из гаражей кооператива горел легковой автомобиль BMW 2003 года выпуска и имущество на площади 12 квадратных метров. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки автомобиля. Во вторник днем на номер 101 от жильцов дома номер 26 по улице Свердлова поступило сообщение о загорании в подвале. К моменту прибытия спасателей из подвала клубился густой дым. Позже стало известно, что горели два сарая на площади 2 квадратных метра. Работниками МЧС из квартир были эвакуированы 10 человек. К счастью, никто не пострадал. Вероятная причина происшествия – короткое замыкание электропроводки. 9 декабря вечером произошел пожар в доме номер 33 по улице Бельского. Виновник происшествия пояснил, что курил в комнате и, скорее всего, не потушил сигарету. После этого покинул комнату и не заметил, как окурок превратился в загорание имущества на площади 10 квадратных метров. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. На этом все. С вами был Александр Попко. Пока. Минск чрезвычайный.